Всем привет, вы на канале Юра Крутой Изумруд, и сегодня я вам покажу битву Бейблейдов 2. Так, берем императора Форнелса, он у нас собран. Ну, и лучника Геркулеса. Вот таких Бейблейдов. Берем одну веревочную запускалку. Ну, и, собственно, будет. В чем у нас тут битва Бейблейдов? Теперь у нас запускается Гатар Фидес. Три. Точнее, этот лучший Геркулес. 3, 2, 1. Дальше. Короче, лучник выиграл, потому что у меня наконечник с резиной, точнее, с пластиковым концом, и он мне крутится лучше. Лучник круче, да? Да. Поняла, Кнопа? Кнопа. 3. Лучник круче все-таки. Поняла? Да. И? 3, 2, 1. А ты до кого запускаешь? Лучник. А сейчас уже... Императора Форнелса. Император точно не выдержит уже. У тебя такая-то арена крутая, зеркальная? Да. Ничего себе. Ну, пластик такой. Угу. Где взял? Купили. Ничего себе. Ан, ты что, не помнишь? Ты же не сама покупала. А точнее, мне сделали, помнишь? Я не помню. Так, эти Бейблейды уже убивали. Дальше у нас уже идет леопард. Ну, и так. Снова. А это кто? Снова император Форнелс. Угу. Посмотрим, кто выйдет. Ну, приехал 4, я стремился взять. Потому что он может разбомбить этих всех и поломать меч. Три, два, один. Понял, почему он леопард? Потому что он крутится быстро. Такой он сначала бешеный, и потом дерется дальше. Выиграть вот этот император, но у меня наконечник лучше. Так, а если их поменять наконечниками? Вот этот прикольный получается. Вот такой он тогда получается. Ну, а этот у нас такой. Так, 3, 2, 1. Леопард выиграет. Ну как каково? О, первый удар, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Ну, один. Кто кого сделал? Леопард победил. Mm. Конечно, с таким наконечником. Кнопа, это все круто. Слышишь? А дальше у нас будет вообще... Кнопка! Все круто. Леопард победил. Дальше. Юра, уже очень много времени. Так.
О боже, это кого разнесло? Это не считается, потому что его разнесло. Зубы могут открыться, так что он может его задержать. Ну да, мне интересно, когда он станет этот момент, когда он раскроет свои зубы и укусит. Видите, какой леопард бешеный сейчас. Ударь последний раз, все. Последний удар, ну, еще один надо. Ну все, леопард победил. Ну вот. Всем пока, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан, и всем пока. Так это была схватка между кем? Кем? Вот этим. Лучником Геркулеса, леопардом и императором Форнеусом. Всем пока!